Ну, если я тебя поймаю. У тебя ноги кривые, поэтому ты не давала лечить себя. Прямые. Нет, нет, кривые, Анжелина. Ты со мной как со скотиной обращаешься. Ты должна бы знать, что женитьба мне нравится. Потому что мы хотим детей. И всегда быть вместе. Возьми. Съешь. Ты не помнишь, как мы были маленькие? Я уж тогда тебя любил. Воробьев пугать. А через это буду вино переливать. Смотри. Смотри, какая красивая. Будем соль толочь. Ты с ума сошла? Это граната. Давай уйдем. Куда ты? Уже ночь. И что мы будем делать одни в поле? Тут хотя бы люди есть. Это воры. Нас все украдут. Паскуале, да что у нас красть? Боже мой, сейчас взорвется. Я же тебе говорила, сгодится соль толочь.
Я сейчас еще поищу. Интересно, сколько здесь еще всего, что пригодится нам для дома? Вот, возьми. Сегодня праздник, а этот умер. За кем это они пошли? Наверное, опять старушка умерла. Вперед. Ну, иди. Давай. Ну, когда же они начнут? Они не забыли, что нам надо ломать комедию? Ты иди стирай. Вшивый подойдет? С рогами на лбу. С рогами на лбу, нет, этот слишком крепко. Если они не начнут, я начну. Надо им начинать, это их обидели. Анжела женщина. Постой, не нервируй меня. Надень ботинки и начинай. Ну, Нунцията, начни ты. Я? Я в ваши дела влезать не хочу. У меня и так вся кровь попорчена своими бедами. Должен начать ты отец. Тогда лучше мать. Я? Никогда в жизни ни с кем не ссорилась. А если придут карабинеры? Еще лучше, будет похоже на правду. Давай, Франческо. Ну, Франческо. Начинай. Вперед. Ареста! Покажись, Ареста! Покажись! Ну и дела натворил твой красавчик сын Паскуале, слышишь? Весь переулок должен знать, все должны знать. Весь город должен знать. Да что такое? Ну, отвечай ты. Я все испорчу. Он тебя звал. Мне стыдно. Что тебе сделал мой сын Паскуале? Можешь объяснить? Что он делает? Ушел. Дурак, зачем закрыл? Я не могу. Они ждут ответа. Аресте! Покажись, Аресте! Отвечай ему. Тебя же зовут. Нет, нет, я не пойду. Аресте, ты появишься или нет? Ну и дело натворил твой красавчик сын Паскуале. Мы поняли. Но можно узнать, что же сделал этот Паскуале? Нет, нет, подожди. Они должны видеть. Расступитесь, расступитесь. Потише, потише. Послушаем, что тебе сделал мой сын? Иди. Что он сделал? Что он сделал? А притворяетесь, что все в порядке, да? Бедная моя дочка. Так ты скажешь, что тебе сделал мой Паскуале? Отойдите. Кто сделал? Что украл? Анжелу. А мне-то какое дело? Ну тогда и мне нет никакого дела. Да нет, у нее это случайно вырвалось. А если у меня вырвется? Кармелина, пойди домой к Анжеле и скажи им, что если у нас вдруг сорвутся какие-нибудь оскорбления, пусть не обижаются. Точнее, скажи, что и они могут нас оскорблять. Иди. Нет, нет. Пройди через крышу, чтобы тебя никто не видел. Беги.